В результате успешного исполнения государственных программ социально-экономического развития регионов Азербайджана, принятых с целью обеспечения устойчивого и сбалансированного развития городов и районов страны, коренным образом изменился облик городов, поселков и сел, возрос экономический потенциал регионов, улучшились качество оказываемых населению государственных услуг, бизнес и инвестиционная среда. Визит президента Азербайджана в город Гянджа имеет важное значение с точки зрения развития всего северо-западного региона республики. По словам аналитиков, Гянджа занимает исключительную роль в формировании производственных процессов, определяет тенденции транспортно-экономических связей не только в пределах Гянджинско-Дашкесанского экономического района, но и в целом всего северо-запада страны. Не случайно президент Азербайджана, посетивший этот город, говорил о том вкладе, о том внимании, которое уделяет страна развитию, формированию строительству инфраструктурных проектов и объектов культуры, социальной сферы, здравоохранения в этом городе. В Гянджа существует очень много производственных площадок, благодаря которым сегодня развивается в частности, осваивается вновь освобожденные территории. И в данном случае Гянджа является одним из основных приоритетных регионов, которые и помогают и в плане человеческих ресурсов, и в плане инфраструктурных решений, и в плане производственных мощностей. И в дальнейшем реинтеграция производственных мощностей из Гянджинского региона в Карабах будет происходить намного быстрее, чем то же самое будет делаться из столицы. После восстановления территориальной целостности Азербайджана Гянджа одновременно играет важную роль в развитии Кельбаджарского района, ведь в настоящее время единственная, фактически самая удобная дорога в Кельбаджар проходит через Гянджу и Гёйгёль. В новых условиях, в условиях, когда идут активные работы по восстановлению Карабаха, Восточно-Зангезурского района, Гянджа выполняет роль, скажем, основного коммуникатора между, скажем, освоенной частью Азербайджана, остальной частью Азербайджана и Кельбаджарским и Лачинским районом, то есть северной частью Восточно-Зангезурского экономического района. Гянджа будет играть большую роль в процессе восстановления Кельбаджара и Лачина. По словам аналитиков, в этом контексте второй по численности населения город станет транспортным узлом в деле развития инфраструктуры и других освобожденных районов Азербайджана. Эльнара Алиева, CBC.